Он наконец готов. Мини-монстр Sony FH10W. После полного ремонта с переборкой лентопротяжек, весьма сложных, восстановлением работы двигателей, заменой пасиков, полностью чистой переборкой, смазкой и настройкой обоих механизмов и восстановлением работы радиоприемника, где ловилась одна станция. Сейчас играет кассета, слушаем, сравниваем воспроизведение между кассетными деками. Четвертую голову в деке А. Проверяем, поиск по паузам тоже проверим в обе стороны. Деталями, функциями, элементами. Разборный состоит из трех блоков и хорошего качества звука, но сложный в ремонте. We'll be right back.
внешний CD AUX. Вход фонокорректора фона и приемник. На этом краткий обзор завершаю. Всего доброго, друзья. Желаю удачи в нелегком деле любительства магнитофонов.